Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио продолжается. Друзья, Сергей Демидов, Виктор Абрамян. И, как и обещали, все-все-все к нам начинают понемногу приходить. И сегодня у нас первый гость – это техноблогер Андрей Рассказов. Зал игровых автоматов. Поехали! Андрюха, привет! Всем привет. Так, Андрюх, но рассказываю. Вышла новинка, но это легендарный сиквел, да? Это же можно назвать сиквелом. Да, Resident Evil. Это новая 7. Часть, да. Седьмая часть Resident Evil, легендарной игры, которая выходит с 96-го года. С ума сойти. И это тот случай, кстати, когда фильм был снят по игре, а не наоборот. Да, все правильно. Тот самый фильм с Милой Йовович, который мы все знаем, который уже давно тоже выходит. И, кстати, тоже, если не ошибаюсь, скоро прям новинка, выходит седьмой фильм, вот буквально через пару недель. Да, трейлеры уже тоже можно посмотреть, он скоро будет, наверное. Но давай по игре. Чем отличается от остальных частей? Дело в том, что я должен сказать, что серия начала умирать потихоньку. То есть предыдущая часть, ее уже все ругали и так далее. Поэтому японцы, которые делают игру, должны были ее перезапустить. Поэтому там супер крутая графика, прям на максимум их все вытянули. А там новый геймплей, это первая игра в серии, которая будет от первого лица, как там Battlefield какой-нибудь или Call of Duty. Ну, в общем, вот такие новинки. Ну, а если коротко, сюжет там. Там же наверняка сюжетная игра. Сейчас стали на это акцент тоже делать, создать ливер. Да, конечно. Там сюжет на самом деле очень простой. То есть, есть главный герой Итан. Он едет спасать свою девушку, которая, кстати, просила этого не делать. Ну, то есть, классическая такая история. Послушай женщину, сделай наоборот. А там будет такой, давайте, надо разделиться. И бродить по дому, да, ну как-то так. Ну, кстати говоря, немножко спойлер. Итан там разделяется. Одна часть от него, да, будет отделяться в игре. Вот. И этот сюжет, он на самом деле очень простой. Итан туда едет, попадает в страшный-страшный дом, и ему оттуда надо выбраться. Вот, в принципе, в этом вся завязка. Слушай, ну скажи, пожалуйста, говорят, что ты вот уже начал говорить страшный-страшный дом, говорят, жутко страшная игра просто. Да, это правда, но тут как бы и да, и нет. То есть, если вы смотрите ужастики, играете в страшные игры, вам будет, ну, окей. То есть, есть... Переведи вот это все, пожалуйста. Нам. Есть места, где игра пугает. Вот. То есть, но ведь их можешь. Мало. Их мало. Но если вы новичок, то есть вы там не смотрите такие фильмы, вам не играете в страшные игры, то вам будет прям страшно, и вы будете, ну, кричать частенько фразы, которые в эфире нельзя произносить. Слушайте, ну вот у меня сидит коллега в кабинете, не здесь сейчас, который тоже геймер, не такой, конечно, как Сергей, и он говорит, что у него есть вот очки VR, да, из дополненной реальности, и говорит, что в этих очках дополненной реальности нереально страшно, просто такое ощущение, что тебя монстры прям съедят, вот эти все кишащие там вот эти существа. Да, это чистая правда, там есть два момента. Во-первых, игра отвратительная, там есть такие места, от которых ты воротишь нос, и есть реально страшные. И сейчас в интернете уже можно посмотреть в Ютубе нарезки всякие, где девочки всякие визжат в очках этих от страха, падают там в обморок, там бегают, снимают очки, убегают из комнаты. Ну, то есть, да, такое есть, такого много, и я думаю, что людям, ну, понравится в VR. Ну, то есть тут как бы два варианта, либо играть вот в этом VR-шлеме, да, либо немножко пьяненьким. Ну, Сергей. Да, если только это не ухудшит, как бы. Если только это не сделает тебя смелее, хорошо? Да. Андрюш, ну, подводя итоги сказанному. Слушайте, ну, давайте так. Если вы смотрите хоррор-фильмы, если вы играете в такие игры, то, ну, вы можете и пропустить, можете поиграть, как бы, если вам нравится Resident Evil как серия, то будет круто. Если вы новичок, то втягивайтесь в эту историю, вам будет круто, вам понравится и прокачаете свои нервы. Это то, что доктор прописал. Большое спасибо, Андрей Рассказов, техноблогер, был у нас. Более подробная информация на твоем канале в Ютубе, правильно? Да, подписывайтесь на меня в Инстаграме, наверное, лучший VJ-рассказ. И читайте меня на сайте droider.ru. Всем пока. Демидов, Абрамян, погнали дальше.